Здравствуйте, меня зовут Марина Дрожанникова, и сегодня у нас с вами презентация компании Libertadge. Я надеюсь, что присутствуют здесь у нас и те, кто уже выбрал для себя этот путь, и те, кто только собираются активно начать работу, потому что на сегодняшний день в тех условиях кризиса, в которых живут наши страны, это великолепная возможность встать на ноги, великолепная возможность обеспечить себя, свою семью. И, конечно же, на сегодняшний день мы с вами находимся в выигрышном положении по той причине, что все-таки наш доход в долларах, да, хорошо, наш доход в долларах, и на сегодняшний день мы с вами начинаем действительно уже в этом новом году работать активно, уже закончились все возможные новогодние, рождественские, крещенские праздники. Вот, и пора действительно серьезно браться за работу. Что же нам предлагает компания Libertadge, и как мы с вами, простые, обыкновенные люди, может быть, студенты, может быть, пенсионеры, может быть, люди, которые работали по найму или имеют свой небольшой или большой бизнес, могут заработать на просторах интернет вместе с компанией. Компания Libertadge – это молодая португальская компания, которая была основана почти год назад, чуть больше, официально ее открытие состоялось в октябре 2013 года. И с этих пор компания наращивает обороты, укрепляет свои позиции на рынке интернет-бизнеса. И мы с вами можем быть ее партнерами, зарабатывать вместе с компанией хорошие деньги. Компания абсолютно легальная, официальная и имеет весь набор документов, которые нужен европейской компании для того, чтобы вести деятельность законно, долгосрочно. У компании есть офис, главный офис, и несколько дочерних филиалов уже в разных странах мира. Главный офис находится в Лиссабоне, Португалия. Компанию возглавляет президент Руис Сальвадор и ведущие лидеры маркетинга, которые работают в единой команде, плюс техническая команда, саппорт. Другие отделы и живущие в Португалии могут приехать или гости и действительно сходить в гости, посмотреть, пощупать, убедиться, что все это реально. Есть юридический адрес, есть телефоны, пожалуйста. То есть это все в доступном формате у нас. Компания позволяет самому обычному человеку в любом уголке мира, присоединившись к компании, действительно начать свой путь к независимости и финансовому достатку. Чем же компания занимается? Прежде всего, это электронная коммерция, цифровой маркетинг, это возможность раскрутки сайтов, это услуги на рынке интернет-бизнеса, да, я буду говорить еще о услугах и продуктах компании. Это востребованные на сегодняшний день продукты, которые компания предлагает своим партнерам и своим клиентам. Мы можем быть и клиентом компании, и партнером, и, скажем, строителем команды, да, и можем все это вместе совмещать. Конечно же, компания предлагает широкие возможности. Вот вы видите, здесь написано, да, что есть возможность работать где угодно. И при нынешнем темпе жизни, при нынешнем изобилии всякой самой разной информации, мы с вами перегружены на сегодняшний день, да, это прекрасная возможность, не выходя куда-то специально, там, в какие-то дебри, открытия офисов, поездки и так далее, не выходя из дома, имея всего лишь компьютер, планшет, ноутбук, да, и интернет, вы можете работать в любой точке мира, вы можете работать дома, вы можете выйти в кафе, вы можете поехать отдыхать, взять с собой ноутбук, все это очень удобно и очень доступно. Компания действительно имеет множество самых разнообразных возможностей по заработку, и мы с вами об этом сегодня поговорим. Как вы понимаете, что при таком интересном подходе мы постоянно растем, и на сегодняшний день у компании Libertadge насчитывается более 3 миллионов аккаунтов во всем мире. То есть работает и Китай, и Бразилия, и Америка, и Европа, и Восточная Европа. В общем, все уголки мира уже охвачены, и наши партнеры есть везде. Конечно же, компания наращивает свою техническую базу. Действительно, крупнейший хранитель информации в мире Amazon является платформой нашей, да.
Плюс возможность начать сотрудничество с Либертаджи имеют даже те люди, которые начинают с бесплатного пакета и у которых совсем немного свободного времени. То есть на сегодняшний день компания предлагает возможность совершенно всем слоям населения, было бы желание разобраться и понять, что и как тут работает. Вы видите, вот то, что я говорила, да, мы можем продвигать товары, услуги компании и, скажем так, являться промоутерами, да, мы можем быть клиентами компаниями, веб-рекламодателями, мы можем строить команду. Если мы все это вместе совмещаем, то у нас с вами просто бешеный успех, действительно огромные возможности на сегодняшний день. И на сегодняшний день такой маркетинг-план, который составляет компания Либертаджи, еще поискать надо. Вот действительно такая возможность приходит, наверное, раз в 10 лет. Компания подобного уровня, которая работает легально, потому что если вы пользуетесь интернетом, вы знаете, что к вам в скайп ежедневно от ваших в скайпе партнеров, да, разных людей приходит масса информации с предложениями. Побежали, заработаем там. Быстрее укладывай $5 сюда. Вот здесь прекрасная возможность. То есть нас с вами каждый день накрывает лавина всяких таких предложений. Если вы пробовали, работали, где-то там регистрировались, вы наверняка знаете, что очень многие так называемые хайпы, они недолговечны, они закрываются месяц, два, три, полгода, и уже ищи свищи ветра в поле. Никаких тебе гарантий, никаких офисов, никаких продуктов и услуг. Чисто финансовые схемы, которые одна дольше работает, одна меньше работает, да, кто-то успел выхватить свои доходы, кто-то не успел, кто-то вложился, кто-то не вложился, но время потерял, то есть вот этого добра полная хата, как говорится, да. А вот Либертаджи на сегодняшний день зарекомендовала себя как раз как компания, которая работает уже достаточно на интернет-рынке стабильно. Конечно, и у нас, как у абсолютно живого организма, вот, технического, да, могут быть какие-то перепады, могут быть какие-то технические вопросы, налаживают контент, сайт, загружают новую информацию в бэк-офис. Это мы можем чувствовать иногда на каких-то проблемах с сайтом, но они всегда решаются. Но нужно лишь немножко терпения, и всегда все приходит так или иначе в порядок. Компания развивается, и чем дальше, тем действительно стабильней и надежней мы с вами себя в ней чувствуем. Появляются сейчас новые возможности услуг и товаров, появляется возможность вывода средств, множество инструментов для нашего бизнеса, общение с лидерами, общение с президентом. То есть это действительно идет по нарастающей. Впереди у нас с вами не только вебинары, но и семинары и презентации, которые будут живые, которые будут действительно проводиться в разных городах. И это только-только самое начало, что тоже играет нам с вами на руку. Поэтому думайте. Перед вами сейчас ряд услуг, продуктов компании, которые предлагаются партнерам, клиентам компании. И на сегодняшнем рынке интернет-услуг это очень востребованные вещи. То есть, что имеется в виду? Смотрите, вот здесь первый ряд таких продуктов. Вы видите Live and Box, это дигитальное облако, хранилище информации. И заключая контракт, ну, скажем, ставя галочку, да, когда мы заходим в свой кабинет, когда мы подписали уже, все-все-все зарегистрировались, зашли на какой-либо пакет, мы с вами получаем уже автоматически, согласно своего пакета, хранилище информации лично для себя, либо же вы это можете кому-то подарить или продать от 10 гигабайт до 50 терабайт, согласно вашему пакету. В это поле информации вы можете загрузить все, что вы хотите. Вы можете перегрузить из компьютера, чтобы не засорять память. Это может быть видео, это могут быть документы, фото, что угодно. То есть это очень интересная такая, как я называю ее, да, шутя так, виртуальная флешка, огромная такая, когда не надо покупать съемное какое-то хранилище информации за бешеные деньги. Это есть уже у каждого из нас. Это раз. Кликмастер. Кликмастер – великолепная услуга по раскрутке сайтов. Вы знаете, что сегодня все компании, все люди, практически все, кто зарабатывает деньги в сегодняшнем мире, пользуются интернетом. А раз пользуются интернетом, у компаний, у людей, у бизнесменов есть свои сайты, есть свои страницы в интернете.
И чем больше потенциальных партнеров, клиентов посещают эти страницы, тем успешнее развивается бизнес, тот или иной. И компания наша предлагает с вами раскрутку сайта очень быстро, качественно, и чтобы к вашему бизнесу, к бизнесу вашего клиента быстренько пришел успех, и этот сайт оказался в ведущих строчках в поисковиках. Каким образом сайты выскакивают наверх? При большом количестве посещений. А как раскрутить изначально, да, если это начало, или это небольшой интернет-магазин, или это какой-то бизнес на земле, но вы имеете свой сайт, да? Как привлечь в интернете огромную посещаемость? Вот Либертаджия предлагает возможность раскрутить такой сайт, когда наши партнеры, мы с вами заходим на этот сайт, просматриваем, интересно нам или нет, это уже другой вопрос, а вот заказчику кликмастера это интересно, и количество людей заходит огромное, его сайт выскакивает в рейтинге на высшие ступеньки, и он получает уже своих заинтересованных клиентов, потому что они его видят в первых рядах, и, соответственно, заходят, чтобы ознакомиться с предложениями. Вот такая интересная услуга. Цены очень доступные, действует это все быстро, и это можно использовать и для нас, и для продажи, и для клиентов. Так что обратите внимание. Дальше вы видите лотерею аукцион GeoGift. Благодаря этой лотерее мы с вами можем выигрывать от мобильных телефонов, планшетов, прочей техники, вплоть до автомобиля, различные призы. Люди азартны по своей натуре, и каждому хочется испытать удачу. И не только наши партнеры, но и наши друзья, наши какие-то люди, знакомые из интернета, возможно, вы можете предлагать эту услугу. Сейчас она у нас дорабатывается, скоро будет все очень интересно и подробно представлено, да, и на сегодняшний день уже многие получили эти подарки, получили даже автомобили BMW марки, вот, и мы с вами на этом, как на виде услуг, это тоже как продается услуга, да, делаются ставки, либо покупаются билеты, и нам с вами идет хороший процент от этого, причем все делается абсолютно законно и легально по законам Португалии, вот. Дальше вы видите перед собой торговую платформу EasyBar, торговая платформа, которая помогает обмениваться товарами, услугами, общением, то есть это такая платформа, где можно все купить, продать, завести новых друзей, то есть это действительно сейчас во всем мире востребованная интересная услуга, и мы с вами тоже находимся у истоков начала развития ее в компании Libertadje. Далее, вы видите перед собой игровой портал, видите Libertadje Games, да? Не надо, наверное, рассказывать вам, сколько людей сегодня играют в интернет-игры. Вы видите от подростков, детей, да, там, вплоть до пожилых пенсионеров, которые сидят в интернете, играют в различные игры. Многие из этих игр, вы знаете, платные, чтобы продолжать, там, какие-то услуги, фишечки люди покупают и азартно играют. Вот на сегодняшний день компания Libertadje имеет свой игровой портал. На этом нам с вами можно прилично заработать, особо азартным поиграть. Вот, и это тоже великолепный источник дохода. Еще есть Академия Libertadje, где обучающие программы финансовой грамотности, тренинговые программы, которые на сегодняшний день тоже являются в мире очень востребованной услугой. И я думаю, в ближайшее время нам подробнее расскажут об этой академии, и мы с вами сможем ею пользоваться. И люди, которые интересуются саморазвитием, которые хотят достичь в жизни многое, могут быть клиентами и партнерами Академии Libertadje. Внизу перед собой вы видите интернет-магазин компании. Если говорить, знаете, вот все равно, как бы мы с вами, наверное, эволюция сетевого маркетинга, да? И раньше, когда компании работали вот на каком-то своем определенном продукте, сетевики, занимаясь какими-то построениями команд, структур, вынуждены были своим клиентам, партнерам предлагать что-либо одно, и часто останавливало то, что, ну, человек хочет свободу выбора. Он хочет сам выбирать то, что ему покупать, то, что он хочет использовать в своей жизни на кухне, в гигиене, в косметике, в одежде, да? И вот это очень сильно рамки сужало возможности компании, возможности доходов бизнесменов сетевых. На сегодняшний день у компании Libertadje есть интернет-магазин. И в этом интернет-магазине
мы с вами и наши партнеры, наши друзья и наши клиенты могут заказывать все, что угодно, любых марок на свой вкус и цвет, пожалуйста. Это может быть одежда, обувь, аксессуары, постельные принадлежности, что угодно. А нам с вами идет процент, идет заработок, идет доход. По-моему, просто великолепно. И это еще отнюдь не финал. То есть еще раз в разработке множество нового интересного. И это вот только первый год работы компании. Я думаю, что дальше будет еще интереснее. И вот здесь перед собой вы видите уже карьеру продавца, который занимается продажей услуг и товаров компании. И помимо причитающихся ему обязательных доходов согласно маркетинг-плану, получает еще подарки от компании за свою работу, да, начиная от смартфонов, заканчивая домами и виллами, то есть и ультрабуки, и автомобили, и действительно уже вилла, прекрасный такой дом. Вот это у нас президент компании, куда-то я немножко убежала, да, ну вот у нас еще январь месяц, у нас еще с вами немножечко праздники, да, еще немножко не отошли мы от Нового года, от Рождества, и президент буквально с января месяца, с начала нашей активной работы в 2015 году, вышел на контакт с лидерами Украины и России, и на сегодняшний день мы имеем с ним прямую связь, и все возможные новости будут доноситься теперь гораздо быстрее до наших команд, из первых рук, и мы с вами сможем решить какие-то вопросы интересные нам быстрее. Поэтому руководство открыто к нашему общению. Это действительно говорит о многом, о том, что компания идет навстречу своим партнерам. Поэтому, я думаю, у нас с вами все только-только начинается. Итак, переходим к возможностям дохода. Перед собой вы видите, если продолжать тему продаж и распространения товаров и услуг, перед собой вы видите прямой возврат от вашей личной продажи. То ли вы какой-то продукт, товар или платный пакет продали, да, и вы получаете вот такой прекрасный, ну, со своего аккаунта, да, вот такой прекрасный процент возврата к своему балансу, начиная от бронзового бесплатного пакета и заканчивая визионером от 10 до 25% прямого возврата, так называемый кэшбэк. Это один из источников дохода, и процент очень и очень приличный. Идем дальше. Самая наша, наверное, для большинства привычная и интересная схема заработка – это наши пакеты. Пакеты, которые начинаются от бесплатного и заканчиваются пакетом премиум-класса «Визионер», которые позволяют нам с вами зарабатывать хорошие деньги, исходя только лишь из собственных усилий. Сейчас речь идет не о том, что вы строите группу, а то, что вы делаете сам, лично. То, что зависит непосредственно от вас. Мы выполняем задачи, просмотр сайта в день. Чем, кстати, выше пакет, тем меньше работы. Ну, так всегда было в мире, да? Вот, поэтому на пакете «Бронза», бесплатный пакет, человек выполняет 15 заданий, получает в день $3 и в неделю, соответственно, это $15. Соответственно, в течение года человек на бесплатном пакете бронзовом зарабатывает порядка $800, что тоже интересно и хорошо. Время тратим мы в интернете в любом случае, так или иначе, на сегодняшний день очень много необходимых нам и информации, и данных, все, что смотрите, может быть, кто-то видео, и пока автоматически сделали задание, вам капнуло денежки. Вот такие интересные возможности даже для тех, кто пока что-то боится и хочет проверить, как оно работает. Хотя я не считаю этот пакет выгодным. Это старт, это возможность познакомиться с компанией, это возможность увидеть изнутри, как все работает технически. Но если вы действительно хотите зарабатывать быстро и много, мы тогда с вами переходим на платные пакеты и начинаем ощущать уже совсем другие доходы. Скажем так, самые вот небольшие пакеты – это Booster и Silver стоимостью $399 и $899. Соответственно, на Booster вы зарабатываете в день $5, на Silver – 12. В неделю это 25 и 60. За год вы видите, пакет Booster приносит
более 1300 долларов, потому что мы исходим из минимума 20 рабочих дней в месяц, а их все-таки за год больше, поэтому мы тут пишем вот минимальную сумму за год. Обычно это больше. То есть 1300 на бустере и 3120 долларов на Сильвии. Выполняет человек 10 заданий в день, то есть по одной там минуточке, соответственно, тратит совсем мало времени. И при этом, конечно, мы сами выбираем, в какие дни мы работаем. Из 7 дней 5 рабочих дней. Какие дни, выбирайте сами. Не успели в какой-то день сделать, может быть, доделаете в субботу или воскресенье. 5 дней из 7 дней недели. Вот и все. Сразу оговорюсь, пакет платный, любой, начиная от бустера до визионера, берется на 1 год. То есть, если вы сегодня, 23 января, купили пакет бустер, 23 января 2016 года, этот пакет истечет, и, соответственно, ваше дело продолжать ли сотрудничество, и вы покупаете новый пакет. Вот и все. Сразу скажу о приятном. Любой из пакетов платных окупается очень быстро, окупается в течение 3 месяцев небольшим, если вы не работаете по структуре, а только сами, дома по 10 минут, и все. Если же вы строите группу, это происходит гораздо быстрее. Но пока вот речь идет о непосредственных доходах, о доходах пакета. Дальше мы переходим к пакету золота, как я говорю, золотая серединка, да. Вот, и здесь уже, когда человек заходит на пакет золотой, это действительно уже возможность почувствовать деньги, это возможность взойти на новую финансовую ступеньку, и действительно уже начинает, скажем, отчет уже более бизнес-настроенные люди, которые хотят быстрее, больше заработать, которые имеют на это смелость, и действительно, вот у большинства тех, кто заходит от золота и выше, растут и структуры в том числе, потому что это, наверное, уже немножко другой уровень мышления. Вот. И здесь, наверное, включаются уже вот те навыки и те тренинги, и те книги, которые человек прочитал, которые он научился, он понимает, что в нашем мире все рискованно, и если на сегодняшний день самому себе не дать возможность где-то начать вот с чего-то зарабатывать деньги, так и просидишь всю жизнь на маленькую зарплату, работая по 10 часов в день, имея отпуск 24 дня и не видя в этой жизни ничего, нигде и никак. Поэтому вот эти пакеты золотые, это для меня уже люди, которые, наверное, делают выбор в сторону развития. И в сторону действительно быстрейших доходов и быстрейшего их получения. Золотой пакет в день получает 20 долларов, и в неделю это складывается 100 долларов. В месяц это под 500 приблизительно, да, и это уже та сумма, на которую на сегодняшний день, ну, как-то вот более-менее терпимо уже можно построить свой быт, вот если, как бы, да, вот пересчитать особенно на новый курс рубля или гривны. Вот, я думаю, что уже немножечко легче станет жить. Итак, в год это более 5200 долларов, и заданий всего лишь 8, времени тратится на пакете мало и очень выгодно. Дальше еще два более интересных пакета. Это пакет платина стоимостью 2999 долларов и пакет визионер стоимостью 5999 долларов. Здесь уже, соответственно, доходы. 40 долларов в день у платины и 80 долларов у визионера. У визионера вообще 5 заданий по полминуты. То есть можете представить, 2,5 минуты в день. Да? В неделю платина зарабатывает 200 долларов, визионер 400. Соответственно, в месяц у платины более 800 долларов, у визионера более 1600 в месяц. Итак, платина за год получила 10,5 тысяч долларов. Визионер около 21 тысячи. Вот и считай, любой из платных пакетов, хоть маленький бустер, хоть большой визионер, окупается за одинаковый срок. Вот только доходы приносят разные. И когда мы с вами просчитываем возможность своих рисков, возможность найти какие-то суммы для того, чтобы зарабатывать деньги, да, нам с вами выбирать, то ли это будет бустер, то ли сильвер, золото, платина или визионер. Возможно, в вашем окружении есть люди, которым это интересно. К нам приходят и инвесторы, которые
не работают и не строят сеть, но которым интересны эти платные пакеты. И сетевики, которые знают цены уже таким доходом. И студенты, которым действительно хочется быстро и много. Вот, люди разные. Поэтому и сами не бойтесь, и людям не бойтесь предлагать приходить на эти платные пакеты и, наконец, почувствовать из денег и нормальной обеспеченной жизни. Чего я вам всем и желаю, нам всем. Идем дальше. Здесь мы видим вот такой же итог за год. Наши красивые такие пакеты, да, это действительно хорошие суммы, и рентабельность пакета вы можете просчитать, соответственно, суммы вложения и суммы исход за год. Вот посчитайте выгодность этих пакетов, это арифметика, это супервыгодное предложение. Поэтому уже проверенное, уже опробованное, уже там, где люди зарабатывают и могут поделиться и опытом, и доказательствами, чем угодно. Да, я тоже поднимаю палец вверх и говорю, ребята, это классно, пойдем к нам, у нас много вкусного, поэтому приглашайте, не бойтесь, приходите, зарабатывайте. Пусть где-то за окном кризис, да, и вьюга, а у нас тепло, светло и деньги, поэтому приходите обязательно. Мало того, для самых боязливых есть страхование платного пакета, и вот итальянская компания Salva сотрудничает с компанией Libertadge, страхует платные пакеты по желанию. Если человек, который его купил, хочет его застраховать от рисков, пожалуйста. То есть этот пакет страхуется и на добровольных основах, и уже 100% человек не потеряет свои деньги, даже если боится, или там у него какие-то сомнения, или еще что-то, или форс-мажор. Даже так. Дальше мы переходим к еще некоторым источникам дохода от компании Libertadge. Это комиссия с прямых продаж. Речь идет о чем? Если вы лично пригласили на платные пакеты своих друзей, партнеров или кого угодно, вам выплачивается единоразовое прямое вознаграждение в зависимости от пакета, который купил ваш друг, партнер, начиная от $30 за бустер, заканчивая 300 за визионер. Даже если вы сами на бесплатном аккаунте, это тоже платится, и на ваш баланс сразу эта сумма капает. Очень приятно. Далее мы переходим к бинарному маркетинг-плану. Это огромный источник доходов и дополнительный в нашей Libertadge. Елена Любка, наш спонсор и друг, и великолепный лектор, да, вчера очень подробно и интересно рассказывала о бинаре, о возможностях дохода. И если вам будет подробно интересно, у нас в чатах есть уже запись, и вы сможете эту школу послушать. Но если говорить кратко, мы с вами можем получать великолепный доход, когда строим группу, и наши люди автоматически попадают в правую и левую ножку, и в более слабой ноге, имеется в виду меньшее количество платных пакетов, чем в другой, мы получаем вознаграждение, значит, от балловой стоимости платных пакетов по всей глубине этой ветки, имейте в виду, от 15 до 30% в зависимости, на каком вы сами находитесь пакете. Вот так вот. Поэтому, господа сетевики, обратите внимание, это великолепный источник доходов, когда уже вот накопилось определенное количество людей, которые растут уже независимо от вас в глубину, вы их не знаете, но вашей слабой ножке строится группа внизу, да, и люди покупают пакеты платные, вам от этого платится каждый пакет хороший процент. Балловая стоимость пакета, вы видите, бустер 100 баллов, сильвер 300, золото 500, платина 1000 и визионер 1500. Вот от этой стоимости вы получаете свой процент. Хоть ежедневно будет капать, это прекрасный источник дохода. Далее, перед собой вы видите продуктовые киты компании. Это, можно так сказать, наша с вами активность, и мы, оплачивая ежемесячно эти киты в зависимости от своего пакета, теперь на сегодняшний день больше информации известно, но вся она будет еще в подробностях нам рассказана, да. Мы покупаем так называемый ваучер на приобретение любой услуги компании, которая позволит вот сумма вот этого самого кита. То есть на сегодняшний день суммы составляют от, значит, сейчас одну минуточку, от
5 до 50 долларов, в зависимости от вашего пакета. И на эту сумму мы с вами получаем ваучер и можем его использовать для покупки продукта. Тем самым и идет для компании большой плюс. И мы с вами учимся пользоваться продуктом, мы учимся его презентовать, что тоже, или сами используем, что тоже очень хорошо. То есть у любой компании есть свои условия сотрудничества, и действительно это тоже шаг вперед, чтобы компания держалась долго, компания процветала и приносила нам с вами хорошие доходы. Благодаря бинарному маркетинг-плану у нас есть карьерный рост, и помимо того, что мы зарабатываем хорошие деньги, мы нас еще и вознаграждают как активных работников. Соответственно, мы с вами получаем деньги не только за свою работу, но и получаем признание и подарки. Сейчас я об этом расскажу. Когда накопленных объемов по бинарной слабой веточке у вас составляет уже 30 тысяч баллов, то вы получаете звание «Рубин» и получаете подарок от компании «Планшет». Когда 70 тысяч баллов, подарок уже комплект предпринимателя, ноутбук плюс проектор. Когда у вас 300 тысяч баллов накоплено по слабой веточке, вы получаете прекрасный тур на двоих путешествия. Когда миллион, это уже звание бриллиант и двойной, да, и путешествие всей семьей в премиум-классе, то есть уже действительно прекрасный такой подарок. Далее это 5 миллионов накопленных баллов, и здесь подарок уже автомобиль великолепный, да, и когда 25 миллионов накопленных баллов по слабой веточке, на выбор уже дом, яхту или автомобиль представительского класса. Мы с вами тем самым идем в направлении клуба миллионеров, и несмотря на то, что сейчас, может быть, многие только начали, это все реально, и действительно занимаясь компанией, которая будет существовать достаточно долго, и мы с вами можем строить здесь карьеру, можем быть уверенными в том, что это наше будущее в том числе. Вот сами, возможно, лидеры сегодня удивляются, да, глядя уже на свои объемы, оказывается, а я уже рубин, а я уже изумруд и так далее. И я думаю, что нам с вами тоже это все скоро уже совершенно будет доступно. Прежде чем рассказать о выводе денег, хочу остановить внимание на том, что мы получаем деньги не только с бинарного маркетинг-плана, но и с линейного. То есть люди, которые лично у вас купили платные пакеты, выстраиваются у нас в линейном маркетинг-плане в первую линию и продолжают кого-то приглашать. Так вот, вплоть до шестого поколения в различных пакетах разный процент мы получаем выполнение заданий и активации, то есть покупки китов нашими людьми. В платных работающих пакетах мы получаем вот такие доходы. Люди работают на себя, делают задачи для себя, а нам с вами, как лидеру этой группы, платит процент компания еще плюсом к бинарному маркетинг-плану и линейный, так называемый резидуальный доход от активации и резидуальный доход от выполнения задач вашей группой платными пакетами. Это действительно тоже хороший источник дохода, и можно посчитать, потому что даже бесплатники раньше или позже у вас переходят на платный пакет, бустеры далее, и начинают тоже приносить вам свой доход, что очень и очень приятно. И вот мы хорошо и много говорим о деньгах, и большинство спрашивает, а как же вывод денег, каким образом мы выводим свои деньги? Лично меня, что касается, за этот год я выводила деньги взаиморасчетом. То есть я строю группу, у меня есть мои лично приглашенные люди, у меня есть группа, которая уже выстроилась в бинаре под ними. Да, мы работаем с людьми, у нас есть занятия, у нас есть чаты, группы и так далее. И благодаря построению группы постоянно идет спрос на платные пакеты. И даже не заказывая пока еще карту, потому что как бы, да, не дошло еще до этого. Идет обналичка средств, когда человеку нужен платный пакет, мы просто-напросто из своего кабинета, он нам отдает наличные деньги, стоимость пакета, мы ему проплачиваем из наших внутренних денег этот самый пакет. Тем самым вы обналичили свои деньги, человек за 3 минуты получил себе платный пакет и может начинать работать прямо сейчас.
очень удобно и выгодно. Это же касается распространения продукта. Если вы продали услугу, там, кликмастер, да, или интернет-магазин, или еще что-то, то же самое. То есть, но в большей мере это касается, конечно, платных пакетов, купленных вашими людьми, что происходит очень много, быстро и удобно. То есть вот такой вывод на сегодняшний день существует. Это реальность, и действительно очень быстро и выгодно. Тем не менее, официальная работающая карта ASAP, вы видите перед собой, именная карта Libertadji, которая по вашему желанию заказывается, и на эту карту от $300, когда у вас есть на доступном балансе, выводятся средства партнера просто на эту карточку. И картой вы можете расплачиваться в магазинах, вы можете снять наличные в любой точке мира. Это официальная карта, и у нас пришла первая партия, только-только вот компания Libertadji начала сотрудничество с ASAP, да, и уже сегодня наши партнеры в СНГ получили эти карты, уже сегодня получили возможность выводить деньги официальным образом. Все только развивается, начинается и идет по легальному, нормальному пути развития. Карта заказывается того вида, который вам нравится. Тут зависит сумма, сколько можно с нее снимать в год денег, то вы сами будете уже выбирать. У нас в бэк-офисе это все есть, инструкции, как заказать карту, ее активировать, пользоваться, все это тоже имеется. И вы сможете снимать деньги уже со своей личной индивидуальной карты. Итак, перед собой вы видите на сегодняшний день действительно надежную, молодую, стабильно развивающуюся интернет-компанию Libertadji. Работать здесь или не работать – выбор ваш. Работать здесь удобно, работать здесь легко и по времени много не занимает, а уже каким образом вы хотите, лично на своих действиях, построение команды, продажа продукта – это, конечно, решать вам. Поэтому на сегодняшний день это прекрасная возможность действительно встать на ноги и начать зарабатывать хорошие, стабильные доходы. Только для того, чтобы у нас с вами все получалось, нам надо действительно, как это называется, быть в теме. Мы должны посещать занятия, слушать школы, которые технические моменты нам объясняют, да? Просматривать, читать чат. Вот в таком случае мы с вами будем на гребне волны и понимать, что происходит, как это действует, что делать, с чего начинать. Это все есть. У нас есть прекрасная форма вопросы-ответы, да, где собраны уже все возможные от новичков вопросы, какие-то там недопонимания, еще что-то. Да. У нас есть саппорт при каких-то таких технических проблемах, мы туда можем написать письмо, в том случае, если это действительно важный момент, и вы не нашли в форме вопросы-ответы своего вопроса. Вот, у нас есть лидерские чаты, есть школы ежедневные, есть ваш спонсор, в конце концов, да, то есть действительно, если вы захотите, все получится. Потому что, знаете как, дорога в 1000 километров начинается с первого шага. И если мы будем его с вами делать, все получится. Я каждому из вас желаю огромного успеха в Libertadji. Прежде всего, я желаю разобраться в этой великолепной возможности. И желаю, чтобы вы на самом деле получили все то, что вы здесь увидели, услышали и хотите действительно реализовать в своей жизни. Я вас благодарю, что вы меня слушали сегодня. Большое спасибо всем. И мы с вами можем поговорить на тему вопросы-ответы по теме нашей сегодняшней презентации. Не забывайте, что у нас много новичков, которые вот только-только разбираются в процессе, да? Вопросы-ответы по школам у нас идут в понедельник для партнеров. А на сегодняшний момент я в чате сейчас жду ваших вопросов по теме сегодняшнего занятия. Еще раз всем большое спасибо. Так, смотрите. Значит, по бинару. Еще раз объясняю. Когда вы лично, допустим, подписываете двух людей, трех, пять, десять, да, первые два у вас попадают в бинаре в одну веточку, вправо и слева. Остальных вы регулируете уже сами вправо или влево их подписывать. Вы сами вначале регулируете по количеству людей, а потом уже по покупке платных пакетов. То есть смотрите, где объемы, где платных пакетов меньше, туда и переставляете спилловер в разделе «Network» в нашем меню, возле задач недалеко.
То есть вы смотрите право-лево, и у вас строится группа из двух таких веточек, колбаса, да? Вот где у вас уже будут платные патенты, справа-слева, вам будет со слабой веточки выплачиваться бонус. Так, Иван Иванович, да, я получала выплаты, я более того скажу, что больше года я нахожусь уже в компании с ноября прошлого года, и на сегодняшний день я работаю только в компании Либертадже. В моей личной ситуации последний год выдался не самым легким, потому что я из Луганска, и мы вынуждены с дочкой были переезжать два раза за этот год. Сейчас я нахожусь в Киеве, и благодаря Либертадже, своему ноутбуку, интернету, чувствую себя вполне уверенно. Так, все вопросы по картам у нас были озвучены совсем недавно. У нас есть эти ответы полностью в, опять же, форма вопрос-ответ. И индивидуально вам расскажут лидеры в чатах, что сделать. Все получается. Многие мои партнеры получили карты в течение месяца. Может быть, не у всех удачно там прошло, но сейчас уже все налаживается, уже все действительно приходит в норму. Так, когда вы сможете вывести первые деньги, если возьмете пакет Platinum, Роман? Значит, давайте просто включим арифметику. Смотрите, вы сегодня взяли пакет, он у вас сегодня проплачен. Начисляются деньги у нас в понедельник, вторник, следующей неделе, за прошлую неделю. По правилам компании, как только у вас деньги легли на баланс, должен пройти месяц, 30 рабочих дней, когда они переходят на доступный баланс. То есть, вот если вы 23 января получили на свой баланс сумму, то через месяц она переходит на доступный баланс. С доступного баланса в сумме от $300 вы можете уже ставить деньги на вывод. Ну вот посчитайте, да, то есть это действительно небольшой срок, и дальше это будет уже постоянно, регулярно. Для того нужен доступный баланс, потому что соблюдается законодательство европейское, там 30 дней вот, пользования услугами и так далее. Так, в понедельник теперь тоже у нас разнообразные школы. Да, в прошлую неделю у нас, точнее в этот понедельник проводил Вячеслав, и действительно мощный тренинг. Приходите, слушайте, задавайте вопросы лидерам, смотрите форму вопросы-ответы. Так, Людмила, это каждый день, что каждый день? Школы, если имеете в виду, то да. Каждый день в одно и то же время, по одной и той же ссылке вы можете заходить и слушать разные презентации. Так, ага, бинар. Бинар выплачивается, да, практически сразу, PGE-баллы на следующий день буквально. Вот сегодня у вас прошел объем, завтра вам начислили деньги за этот объем. Для начала следите, конечно, то есть вы же знаете, кого вы там лично подписываете, да, и кого там они начнут. А дальше уже, конечно, это уже система автоматическая, и в бэк-офисе мы сможем отследить. Совершенно верно, Людмила. Обратитесь ко мне или к Елене, мы вам сбросим именно вот подробное описание бинара. Очень хороший интерес к этой теме у вас, потому что это действительно очень хороший источник дохода. Так, Юрий, еще раз напомню, мы с вами сегодня говорим по теме презентации, технические моменты, и вот специально наши лидеры проводили занятия, когда полностью ответили в форме вопросы-ответы, в том числе и о трансферах. Трансферы не у всех так, как у вас, поэтому индивидуальные моменты рассматриваются действительно индивидуально. Поддержка не может вам сейчас нормально ответить, потому что просто забросали одними и теми же вопросами. Нам сейчас с вами надо наоборот сделать вот как бы такое вот, чтобы не писать в продолжении второй, десятый, пятый билет, иначе вы просто не дождетесь ответа. Записи презентации всегда выкладываются в чаты. Если вы находитесь в чате, попросите ваших лидеров, точнее не находитесь в чате, присоедините вас в скайп-чат, и вы сможете там эти все записи, а также на каналах наших лидеров. У меня на канале Елены Любко и других лидеров на канале YouTube. Ольга, можете связаться со мной в скайпе? Вот. Обратитесь, вот напишите мне так.
Да, я в чате. Ну вот следите за сообщениями в чате, и я думаю, что вы сможете все это увидеть. Валентина, еще раз напоминаю, какие вопросы у нас сегодня по теме презентации, но тем не менее кнопка на вывод у нас уже и была активна, и будет активна. Нам просто надо с вами действительно уже технически дождаться некоторых моментов. И вам спасибо. Надеюсь, что какие-то технические негоразды, недочеты, да, не будут являться границей, препятствием для того, чтобы развиваться, получать деньги, идти вперед. Ну, думаю, что вот в принципе по теме презентации у нас особо уже вопросов нет. Я вам очень благодарна за ваше внимание. Приходите в понедельник на занятия, и в понедельник, и во вторник, и в среду, в четверг, и в пятницу, вот. И будете в курсе всегда новостей. Большое вам всем спасибо, хороших выходных впереди, плодотворной работы и всем всего хорошего. До свидания.